Почему и чего ты боялась, когда шла к нам на мастер-класс «Винная Гризель»? Я боялась того, что я не умею рисовать, потому что это мой первый опыт в рисовании. Ну и как тебе результат? Мне очень понравилось. Тебе вообще понравилось у нас находиться, наша атмосфера? Да, мне очень понравилось, очень хорошие девочки и атмосфера такая приятная достаточно. Здорово. Ты бы рекомендовала арт-студию нашим друзьям? Да, я бы рекомендовала. Спасибо большое.